Привет всем, меня зовут Милена, и в сегодняшнем видео я расскажу вам, как сделать макияж Снегдобрев, а точнее ее персонажа из сериала «Дневники вампира» Елены Гилберт. Я надеюсь, он вам понравится. Сначала на чистое лицо я нанесу немного пудры. Сделаю свои брови более толстыми и восходящими, чтобы они стали похожими на брови Нины. Очень хорошо прорисую домик и саму бровь. Затем возьму пушистую кисть от H&M и нанесу на подвижное веко светло-бежевый цвет. Затем возьму коричневый цвет из палетки от H&M Smoky и начну прорисовывать маленькую стрелочку под глазом. Растушую все это светлыми тенями. Возьму светло-коричневый цвет и нарисую складку века чуть выше моей. А позже хорошенько ее растушую. Сделаю мой нос уже, чтобы он был больше похож на нос Нины. Накрашу ресницы и подкручу их. Делаю стрелки, не доводя их до уголков глаз. Уберу все лишнее с помощью ватной палочки. Сделаю лицо уже и скулы более выразительными с помощью бронзера. С помощью светло-коричневых теней придам моим губам форму. Итак, образ готов. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите мне в комментариях трансформацию, в какую звезду вы бы хотели увидеть в следующем выпуске. Я очень сильно вас люблю. Спасибо, что смотрите меня. Пока!